Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и мне тут прислали какую-то непонятную, честно говоря, игрушку. Давайте просто ее опробуем. Вот. Музыка, на самом деле, вроде бы приятная, так что надеюсь, вам понравится. Ладно, поехали. История первая, история вторая, история третья. Ну давайте. Воу-воу-воу-воу, тихо, мышка, тихо. Мы сейчас в меню выбора главы для начала. Эй, куда? Вернись! Оу! Куда? Что? Что это было? Ладно, пофиг. Так, скорость схождения по меню. В смысле? Что за скорость схождения по меню? Я так... Так, ну ладно, не буду врать, я немножко здесь уже побегал. Скорость хождения по меню, я так понял, это... Блин, почему мы так еле ходим? Это не круто. Так, ладно, подтвердить. Вот, да, вот теперь я могу быстро передвигаться. Как я понял, это главы и, собственно, главы этой игры, да? То есть и здесь предполагается вот такое количество. Вот. Кстати, чем-нибудь это все дело кончается, интересно. Да, это кончается невидимой стенкой. А выпрыгнуть нельзя. Окей, на самом деле это довольно странное меню. Ну, на мой взгляд. Окей, это нормально. Игра находится в альфа-тесте, так что, собственно, что вы еще по этому поводу можете сказать, мои дорогие друзья. Ладно, давайте попробуем. Так, когда нужен курсор? Ну, да, собственно, я это знаю. Компания Кай представляет. И да, вот этого я немножко не понял. Вот, это версия 1.0, до этого были версии 0. И выше, да, там. Вот, и здесь добавилась озвучка и изменился сюжет. Тут только она недоработанная до ужаса, но окей. Ладно. В любом случае, понравится, надеюсь, вам, наверное. Как-то так. Ну, будем надеяться на это. О, домик какой-то. Какой-то домик. Твою мать. Глава 1, начало. Ну, собственно, мы, собственно, видим то, что видим. И что-то происходит. Что, где мы, что мы. Оу, мать твою, ты еще кто такой? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, я нихрена не понял. Мне снова приснился кошмар. Оу, нет, чувак, смени микрофон. Ладно, чё я придираюсь, блин, ну, ладно, пофиг. я не думаю, что у меня сейчас сильно лучше работает мой микрофон. Так, что это, хлебушек? Здесь присесть нельзя, хлебушек и... И что? Соль, хлебушек, яблоко. Теперь, знаете, похоже на пластид такой со шнурком. Картина, телевизор. Это, видимо, мы как Ванька на печи спим. Иван, дурачок. Нужно включить свет, слишком темно. Угу. Субтитры переводят абсолютно не так, как говорит автор. Так, это что? Это мобильник. О, вот выключатель. Нужно поесть. Угу. Ну, я думаю, хлебушек возьмем, да? Так, взять хлеб. Нужно поставить тарелку на стол. Твою мать! Что это? Блин! Что за... Это мои руки. Никогда не видел таких больших рук. А, ладно. Так, стоп, а почему мы... А, не хватает соли. А почему мы... оказались в другом месте? Ладно, вот теперь, кстати, это больше похоже на хлеб. И, по-моему, он поджарился. Вам так не кажется, ребят? Ну, окей. Так. Я вообще яблочко съел, наверное. Только тут половина яблока и нить... Рука стала больше. Соль отчетливо теперь видно. Вот. Ну, яблоко, походу, тут давно лежит, поэтому брать я его не буду.
Не надо так кашлять, пожалуйста. Зачем кашлять перед едой? Мог бы сказать там, ну что ж, приступим. Мне нужно в туалет. Не верю. Ладно. Так, в туалет. Где у нас туалет? Ну, явно, что не в этой части дома. Где мы вообще находимся? Ну, представим, что это поля, синее небо. Окей. Ладно. Это... А, вот, наверное, туалет. Я так предположу. О, кстати, смотрите-ка, там мобильник. Там какой-то мобильник лежит. Ну-ка, давайте-ка попробую забраться туда. Вот сюда, наверное, достану. Не достану, не знаю. Эть. Да, я забрался, ребятки. И в общем, я забрался. Это какой-то непонятный мобильник. Мы, кстати, можем даже увеличить... Да, можем. Это туалет, если кто не понял. Пробел. Нет, я не хочу нажимать. Да, действительно, зря я нажал. Что это за шум? Кажется, это шумит мой телевизор. Кажется, это шумит ветер. Ну, или на худой конец вода. Ну, не телевизор же. Окей. Ну, блин, я его слышу в 3 миллиметрах от себя. Это неправильно. То есть он далеко, он в доме. Он не должен так сильно быть слышен. И тут вообще, кстати, должен был быть сигнал типа пи... Или как там она, не помню. Чинить. А, у нас еще телевизор сломан. Зашибись. Пройдите 2 мини-игры для починки телека. Первая мини-игра, цель коснуться красной полосы. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Так, я, кажись, понял. Вот, тут мышкой можно управлять, видите, можно мышкой управлять, и он будет... Так, мы еще и прыгать можем, отлично. Добавьте, что ли, туда, ребятки, какую-то музыку, что ли, я не знаю, чтобы было не так скучно. Так, а здесь я уже мышкой крутить не могу, и я застрял. Я застрял. Так, а если... О, отлично, можно прыгнуть. Так, хорошо. Лабиринт. Ага, победа. Ну, давайте закончить, наверное, как бы... Новости. Срочные новости. Ага. Миру грозит мировой потоп. Окей. Так, нужно взять телефон с подоконника. Он же у нас накрыт. А, вот этот телефон, все понял. В доме я не дозвонюсь, надо выйти на улицу. И... да. Окей, выходим. Что за... Наша рука становится с каждым разом все больше. Алло. Мне нужна твоя помощь, Артём. Что случилось? На улице хаос. Люди в панике. В городе везде полиция. Забери меня. Я сейчас на даче. Хорошо, скоро буду. Почему он продолжает звонить? Что это было сейчас вообще? В городе паника, потопы. Так. Воу. Это еще что за... Стоп, Гитлер? Что? Какого? Ты кто вообще такой? Оу. Что за... Что за хрень? Нет, серьезно. Он еще рычит на нас, блин. Это меня удручает больше всего. Без глаз-то он смешнее выглядит. Так. Я схожу с ума. У меня галлюцинации. Мне нужно поспать. Фонарик какой-нибудь нет? А почему так темно стало? Я вообще ни черта. Ни черта не вижу, я помню. А, вы сошли с ума. Вон оно что. Я схожу с ума, у меня галлюцинации. Мне нужно поспать. Окей, спать здесь. Все отлично. Моя голова болит. Воу. Дед? Не, просто если кто помнит, то SCP, вот там дед был такой. Ну, окей.
Что за... Если все, что я видел по телеку, правда, и настанет потоп, то надо отключить щиток сзади дома, чтобы не замкнуло. Ну да, это логично, конечно. Конечно, это логично, да, щиток сзади дома отключить, окей, да. Мне не нужно туда. Да ладно, не ори ты так. Что ж ты прям, я не знаю. Может, я вообще в туалет хочу? А ты на меня кричишь тут. Так. Кстати, а что будет, если я в туалет решу пойти? А? Не до туалета сейчас. Ты непредсказуем, чувак. Так. О, отключил. Вернитесь в дом. Я слышу волков на улице. Чувак, где ты живешь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. На следующее утро, блин. Нас сейчас чертям затопит. Блин, моя башка. Интересно, сколько я спал? Так, что это? Воу. Эй, реклама! Ладно, ребят, я, конечно, понимаю, что реклама, все дела, молодцы, но нет. Отдохнуть, в общем, надо. Закончить отдых. Я еще не отдохнул. Да ладно, серьезно? То есть нет, а зачем тогда вариант закончить отдых предлагать? Думаю, пора идти, а то скоро этот дом уже будет под водой. Окей. Ну окей, закончить отдых. И надо бежать отсюда. Охренеть, чувак, как ты умудрился не заметить, что у тебя дом в воде? Так. Яблоко, я спасу тебя. Нельзя, ну ладно. Выходим. Блин, какого хрена у него вообще здесь открыта дверь? Это из-за того, что дверь открыта, у него залило дом. Он же кирпичный, он бы мог еще, не знаю, хрен знает сколько туда вода могла не попадать. Так, куда нам надо? Что нам надо? Щиток? Да до щитка вода даже не дошла. Ну не, в принципе, я понимаю, что там будет. Ждите продолжения. Спасибо, что поиграли в Крайду. Надеюсь, вам понравилось. Заключение мое простое. Нет, мне немножко не понравилось, потому что я ни хрена не понял и не успел, и... Собственно... Недоступно. В данной эльфе? Нет. Не, ну круто, зачем тогда их вообще сюда совать? Ладно. Ну, собственно, как-то вот такое вот непонятное прохождение. И, в общем, я немножко недоволен, потому что я не успел ничего сделать, потому что 10 минут прошли за просто так. Ну, да ладно, это не беда, это весело, наверное. Вот, и поэтому я нам... вернусь немножко на версию предыдущую, 1.0, и... покажу, что же было до этого. Да. Вот как-то так. Ладно. И вот мы вернулись в 1.0. И не поверите, но здесь глав больше. Так, на красный мигающий под... Да, опять она меня... Ладно. Прыгай. Почему так медленно? Не, ребят, определенно сделайте здесь скорость хождения быстрее, пожалуйста. Я очень медленно хожу. Мне это очень сильно не нравится. Так. В общем, здесь есть возможность, да, то есть, ну, продолжения, как я понял, уже не было. И я, честно, не проходил эту игру, поэтому я не знаю, что меня ждет. Кстати, здесь есть еще какие-то бонусы, пасхалки различные. Арты игры, там, музеи, все дела. Ну, в общем, все как-то так. Ладно. Да, тихо. Мы заходим сюда, нажимаем подтвердить. Это первое, это самое начало. Здесь, кстати, нет озвучки, о чем я говорил. Так вот, добро пожаловать. Мы находимся... Скоро будет все затоплено, приплывут крокодилы. Я должен как-то выжить или умру. Ну, спасибо, капитан очевидности. Я как бы уже понял, что можно умереть от крокодилов. А что у нас вот там?
Кстати, там вдалеке горы, там вдалеке песок, тут вдалеке сено. Я нашел сено. Или что это? Это камень или это кучка? Или это кучка-кучка? Я кучка-кучка-кучка, я вовсе не медведь. Ладно. Но огонек горит. Миру грозит мировой потоп. Ну, как бы сюжет особо в этом направлении не поменялся. А у нас есть... Ух ты ж, робот. Прикольно. А, то есть получается она... Да, смотрите-ка. С разной стороны посмотришь, а? Она разная. А тебе повезло, если бы ты вошел в сарай, ты бы оттуда не вышел. Там просто странственная временная ловушка. Ну, а здесь вода не достанет тебя. Глянь в окно, если вода уже появилась, то знай, скоро твой дом поплывет, и он будет твоим кораблем. А пока что рассмотри волшебный кубик на столе. Ну, я кубик уже рассмотрел. И, кстати, да. Вода нас начинает заполнять. Скажу я вам по секрету. О, букашка ползает, кстати. Прикольно. Так. Кораблем, значит, говорите, моим будет. О, смотрите-ка, мы реально плывем. Только, по-моему, у нас крен. Давайте вот сюда вот встанем. Я хотя не думаю, что... Так, хорошо. Чайки рядом с пустыней, ну окей, допустим. Эй, ребят, у нас реально такой сильный крен вниз. Это прям плохо. Смотрите, насколько мы от воды поднимаемся. Блин. Что за нафиг? В воде могут быть крокодилы, да понял я. Оу. Так, там кусты. Кстати, стоп, это что? А, это мусорный бак. Блин, у нас дом затонул. Какого фига он на мели затонул? Я же вроде мелко. Что за... Какого хрена? Оу. Нам как-то дико хреново. Я не могу, кстати говоря, подняться наверх. Так. Так. Все определенно плохо. У нас очень сильно кружится голова. И мы как-то вроде как тонем. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Кстати, из окна я вылезти не могу. Дом у нас, кстати, оказывается очень большой толщины. А вода все прибывает, блин, скажу я вам. Нет, серьезно, реально, посмотрите, насколько уровень воды быстро поднимается. То есть это либо уровень воды поднимается, либо мы... Опуска какого? Мать вашу. Это крокодил. Так. И что мне делать? Ладно, давайте попробуем быстро добежать. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Куда-нибудь. Ты кто? Оу! Там крокодайл. Тут большой крокодайл. Так, на крышу пробуем забраться, уже можно. Ай, быстрее, 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 быстрее. Забирайся! Как-нибудь. Делай что-нибудь, наш дом куда-то утаскивает. Не, реально, смотрите, наш дом утаскивает. Чем в сторону от нас? Что происходит, я не понимаю. Ну да пофигу. Это уже не имеет особого значения. Мы плываем от крокодила, кстати. Так. Ну, и чё? Ну я понял, что наш дом затонул. Все сильнее тонет, как бы. Эй, нет, стоп, смотрите, он не затонул. Как дом мог так... Да, вот тут же мелко, действительно. Действительно, смотрите, тут, то есть, все. Это конец.
Ну и вопрос, да, я не знаю, как он мог. Возможно, его затонувшая часть разлетелась об землю. Что? Автор, ты о чем вообще? Как может дом разлететься об землю? Нет, ну понятно, если бы он откуда-то упал. Но будем плавать на крыше дома. О, смотрите, нам там, там дом. Дом плывет к нам. Окей. Я не буду вдаваться в эти подробности. Что это за хрень? Я вижу тень от самолета, но я не вижу самолета. О, смотрите, домик дрифтует. Домик такой... Так, кстати, на нем кто-то загорает. Возможно, это уже чей-то домик. Давайте спрыгнем. Хоба! Ух ты ж не... Как я полетел-то, а? Мать моя женщина. Стой, домик! Домик, стой! Так. Так, это Наруто, что ли? Ну да. А это что? Это тоже что-то. Так, мы куда-то плывем. Скоро приплывет еще один дом. Жди его и выйди из комнаты. Посмотри по сторонам. Приплывет со стороны сарая. Угу. Мы впендюрились в наш дом. Ну, то есть, видимо... Видимо, это the end плавания этого дома. Стой! Я хочу посмотреть. Кстати, когда я подхожу к этому трупу, у меня дико фризит игра. Вот просто FPS опускается. Я не знаю, с чем это связано. Но когда я пытаюсь... Ну, вот, увидите. То есть, когда я на его лицо пытаюсь наступить, игра фризит. Разработчики, тут какая-то кривая у вас. Что-то не так. Так, ну, хорошо. Дом со стороны сарая. Где ты? Где ты, домик? Тут большой крокодайл. Кстати, что это за моделька? Какая-то она странная. Воу, твою ж... Жесть. Что за... Куда, во-первых, делся звук и что здесь происходит? Так, ну, это определенно дом. Это определенно дом. Ладно, попробуем быстренько туда добраться. Так, там где-то справа был крокодил. Крокодил. Крокодил, ты там? Надеюсь, что крокодила там нет, иначе мне трындец. Наверное. Я просто не знаю, чего ждать, знаете, от российских разработчиков. Это... О, что за... Что это было? Это что? Это зачем? Я хорош так делать. Это что-то плохое или что-то хорошее? Что это? Этот дом не выпустит тебя, но даст идти дальше. Окей. О, комнатка. Окей. Так. Ну, здесь у нас что? Тоже комнатка. Это, видимо, хлеб, я так полагаю. Но хлеб уже такой... скажем так, превратившийся в пыль. Убирайся! Вали! Окей, валим. Так, тебе нельзя здесь быть. Уходи. Окей. Как тот двухэтажный дом мог затонуть, несмотря на то, что мелко? Ты думал, он развалился об землю? Но нет! Земля поглотила его, как в страшных, кошмарных, но... Точнее, в страшных кошмарах, да, но не дошла до тебя. Угу. Ну, как-то она, видимо, накушалась. Ой, у нас здесь трещинка, я надеюсь, я не упаду туда. Так, посмотри назад, обернись. Я не хочу оборачиваться, но... А! Там ничего не было, да. О, вау, тут текст. В этом проклятом месте много просветов и дырок. Все разваливается. С виду отсюда как-то можно сбежать, в общем. Но это только с виду. А назад? Ха, я могу сбежать. Все, я могу спокойно сбежать. Ну, ладно, давайте пойдем дальше. Потому что. Так, ну пока ничего страшного. Музыки, кстати, нет, ребята. Музыку добавили бы сюда, что ли. Так.
Ага, тупик, тебе не кажется все странным, возможно, все сон, а быть может, твое тело уже спит навеки на пучине дна и уже поздно просыпаться, и поэтому крокодилы не трогают тебя. Ты мог не заметить, как утонул. Ищи выход в стенах. Дымц. В стене нет выхода, а вот тут. А вот тут есть. О! Падла! Скример, fucking скример! Ага, обратно нельзя. Там ничего нету. О, там, кстати, какой-то тигр. Ладно, давайте просто идти. О! Мать вашу! Модельки тигра появляются. Ладно. Так, а что это за... А, это типа такой просвет двери, но... Но тут он как-то не работает. Ладно. Пойдешь налево, встретишь свой страх. Пойдешь направо, потеряешь себя и надежду. Пойдешь прямо, лишишься всего сразу. Дороги прямо нет. Давайте пойдем прямо. Мне просто интересно, что же прямо там будет. А еще не поздно одуматься. Вернись и выбери другой путь. Туда дороги нет. Знаете, обычно, когда так говорят, я уже сзади тебя, повернись ко мне. Бу! Там нет никого. А твой путь выбран, теперь бойся меня и умоляй о том, чтобы я стер тебя с этого мира, а после скитайся здесь вечно. Ну, кстати, где ты? Вот где ты? Кто ты? Где ты? Зачем ты? Я не вижу тебя. Тебя здесь нет. Я в тебя не верю, значит, тебя там нет. А, так, что-то мы как-то маленькими стали. Давайте. Ой. Это слишком большой текст. А, надежда ушла с жизнью. Ага. Ну, видимо, типа что-то с твоей жизнью ушла и надежда. Твое тело было в том сарае. Ты был убит пилой. Видно, вода сейчас забрала надежду выжить, унеся твой труп. Теперь ты вынужден скитаться вечно. Ага. Ну, кстати, мы какие-то довольно, я вам скажу, маленькие. И вернуться назад мы уже не можем. Окейушки. Такой длинный тоннель. И вода в нем поднимается. Вода в нем поднимается. Ладно. Я надеюсь, нас не затопят. Надеюсь, наш мой персонаж, надеюсь, умеет дышать. Но на всякий случай я буду прыгать. Ага. Так. Воу! Фонарик, не пугай так сильно. У нас есть рука. И, кстати, это рука. В смысле, у нас есть только рука. Где остальная часть нашего тела? Причем рука волосатая такая довольно. Ладно, мы держим пальчиками двумя фонарик. Он работает. Как фонарик появился, так он и исчез. Ладно, это нормально. Это нормально. Так, что же будет дальше? Что же странного мы увидим сейчас? Ну, кстати, как вы уже могли заметить, предыдущая версия уже сама по себе подлиннее будет. И, собственно, мы можем проснуться, и там конец дома, да? Угу. Опции проснуться, выход, сохранения не будет для сложности, что-то там. Все, сон? О, мы сарай очнулись, реально, слушайте, нас походу реально долбанули. Ну, я не знаю, ребят, ну, пиксели вижу, Оу, я, кажется, слышу музыку, она случайно не от моего телефона, мне надо зайти в мой дом. И, окей, где музыка, куда вы дели музыку? Походу, наш колодец поглотила земля. Мусорный бак, кстати, тоже. Так, где музыка, кстати... Меня ограбили, где мой ноут? Я бы сказал, меня ограбили, где мой телевизор? Потому что, я так понимаю, это был телевизор. Так, ноут... А ноут вот. Кажется, мой дом ограбили, а меня вырубили и затащили в сарай. Надо посмотреть, что у меня с ноутбуком. Букашка все ползает, но уже медленнее. Столик раздолбан, все перевернуто к чертям. Чинить ноут. Где-то я это уже видел. Давайте ее пройдем. Я надеюсь, что проходится она так же легко и просто. И вот, да, все сделал. Все легко прошлось. Да, та же система. Тут, собственно, ничего нового нету, как бы. Ну, игрушки не особо интересные, честно говоря. Хотя, возможно, в этом какая-то логика есть, и дальше будет что-то
с этим работать. Но вот уже не помочь, нужно выйти на улицу. Зачем тогда было писать «Ура»? Ну да ладно. Так, мне бы фонарик, ребят, не помешал. Но фонариком, мать его... О, какая хорошая музыка. Неужели впереди тот самый дом, что был во сне? Нужно проверить. Кстати, да. Кстати, да, там действительно тот дом, который был. А, бежим. Бежиссимо. Ну, почему наш герой не может бежать? Помните, как я хорошо скакал? Сейчас он так не может делать. Кстати, мы, по-моему, оказались еще в другом месте. Хотя, нет, нет. Мы не оказались в другом месте. Вон те горы. А вот пустыня. Но мы как бы... Ну да, по сути, все примерно в той же локации находится, как бы. Окей, мы бежим вперед. Я не знаю, что меня там ждет, поэтому... Ну, как-то... Это определенно тот же самый дом. Но это же вроде сон был, нет? Или просто кто-то за пару часов успел построить такую громадину рядом с нами? Ха. Окей, заходим в дом. О, фонарик! Прям пипец своевременно вы мне его дали, ребят. Буханочки хлеба. Чтобы не посветить на буханочке, мне приходится поднимать фонарик. То есть это нелогично. Как-то свет неправильно распределяется. Надо посмотреть, что на этом ноуте. Ну, давайте осмотреть. Твою мать! И что это? Ты следующий? О, зашибись, новость. Но как-то может дальше, а то белый шум мне уже надоел, как бы. Мои уши, выключите. Закончить. Все, тишина, слава яйцам. Ой, простите, пожалуйста. Что это, непонятно. Блин, что за фигня? Что мне делать? Я должен как-то отсюда выбраться. Здесь наверняка должны быть другие ноутбуки или компьютеры. Потому что этот сломан. Я должен что-то сделать. После просмотра мультфильма ноутбук сразу сломался. Я не знаю почему, но на этом мультфильме был изображен мой дом. И там была надпись. Ты следующий. Я не знаю, что делать, но мне страшно. Я должен найти выход. Ну или хотя бы телефон, или какой-то компьютер другой. Чтобы связаться с кем-то. Мне нужна чья-то помощь. Охренеть, оказывается, в этой игре есть, мать его, озвучка. Но, чувак, не надо было так врываться. Ты мог бы как-то и до этого озвучивать. Тебе так не кажется, ладно, да? Окей, ну вообще я прочитал все, что там было, Окей, ладно, он объяснил все мои вопросы, которые я хотел задать автору. Так что все хорошо, ладно. Вообще, перезаписывайте, ребят, если у вас что-то не получается. Совет такой хороший. Хороший совет, поверьте. Так. Ну, собственно, здесь ничего не меняется. Единственное, только здесь воды теперь нет. Из-за дна теперь ничего нет. Такой раз поворачиваешься, а тут... Так. Дайте мне пролезть нормально. Ну, собственно, здесь выход. Как бы, да, ничего не меняет. Ничего не меняется. То же самое все. Так, я помню тигра. Тигра? Бу! Нету тигра. Ну и ладно. Так. Та же система. Мы вот здесь, кстати, не были. Давайте сюда пойдем, посмотрим, что здесь. Бежим. Бежим, 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 бежим. Ага. И куда мы, собственно, пришли? А, ну то есть на самом деле, я так понимаю, тогда получается, что вот здесь вот пустой вход раз, вот здесь пуст, ну, в смысле, и вот тут вот. То есть, куда бы мы ни пошли, мы все равно придем в эту комнату. Ну, получается так. Я, по крайней мере, делаю такой вывод. О, ноутбук второй. Я надеюсь, там не будет опять этого шума. Не хочу. Ага. Пройди мини-игру для попытки включи ноутбук. В смысле, для попытки включи ноутбук заново. Тут как бы проблема в том, что эта хрень самую малость находится под углом.
И это проблема. Во, отлично. Дальше. То есть там надо, знаете, с последнего пикселя прыгать. А! Собака, блин, мои уши. Нет, не страшно, но, блин. Ай, ну зачем? Зачем так делать? Полицейский, мистер полицейский, это вы? Здравствуйте. Нужно бежать? А мы умеем бежать? Нет, знаете, кто-то во сне говорил мне, что я останусь здесь навечно. Неужели сейчас это сбудется? В этот раз я уже не сплю. Нужно бежать. Ну, чувак, ну проблема-то в том, что мы бежать не можем. Ты понимаешь это или нет? Там какой-то странный чувак впереди, которого мы, по-моему, видели в начале первой игры, которая была второй игрой. То есть, ну, короче, вы поняли. То есть авторы избавились от вот этой идеи и решили сделать, собственно, другую игру. Ладно, я не буду об этом говорить больше. Я действительно иду сейчас на какого-то странного чувака. Зачем я это делаю? Скажите мне, пожалуйста, я не знаю. И он больше меня раза в три, наверное, если не в четыре. Так. Ну да, мне жопа. Ага. Типа... Нет! Пытайтесь вырваться. Вырваться, окей. О! Как бы... Окей. Я не понял, что произошло, но походу нам не удалось вырваться, да? Или удалось? Чувак, скажи мне уже, удалось нам или не удалось? Так, я пока не понимаю, что происходит. Но... Окей. Так, так, дальше, ну. А, это знаете, как в старых фильмах. Сначала полчаса игры, а потом там начинается заставка о том, что это за игра, и откуда, и кто, и так далее. Видимо, это самое начало... видимо, это самое начало, и, видимо, мы где вообще? Что вообще? Почему я не... Все зависло? А. Где это я? Кажется, я умер. Я что, умер? Так. Видимо, надо аккуратненько... Аккуратненько я имел в виду аккуратненько. Ты полностью перестал существовать. А, ну я понял. Я понял шутку юмора, короче. Так, а почему я не могу двигаться? Ага, вот все. Где это я? Я что, умер? Кажется, я умер. Кажется, я бы не был в этом столь уверен. О, нет. Что мне делать? Я останусь здесь навсегда. Где я вообще? Платформочки, не уезжайте! Или нет, стоп, это мы уезжаем, а не они. Автор! Ты меня забыл! Окей. Мы летим дальше, блин, что за хрень здесь происходит? Где мы, что мы, как мы, а? Что это за куб? Он, надеюсь, нам на голову не упадет. Божешки мои. Ой, мы прошли дальше, отлично. Так. Опять я не могу двигаться. Сейчас что-то будет. Нет, это, видимо, такой сейв был. Наверное. Ты чё орёшь? Уии! What the fuck? Всё, это какой-то бред, я чувствую, что я не умер, мне просто надо очнуться. What the fuck? Какого хрена? Что здесь происходит вообще? О! Наш персонаж стал заметно быстрее бегать. Контрольная точка. Да я понял, что, мать его, контрольная точка. Зачем вы меня повернули в ту сторону, оказывается, мне в эту сторону?
Или мне в ту сторону? Или мне в эту сторону? Блин, я не знаю! Я прыгаю! Я не туда! А куда мне? Контрольная точка. Я понял, но я вроде не падаю. Да вы что, издеваетесь, что ли? А, фуф. Я не знаю, где я, но я должен идти за светом. Ты уверен, чувак? Вот, ты уверен? Я иду? Я иду. Окей. Если свет начнет падать, значит будет трындец. Свет вроде приближается. Что-то начинает там мигать, происходить. Ага, это платформа. Так, свет сменил свое направление. Я бегу на свет, ребята, я скоро умру окончательно. Так, я бегу. Я уже почти. Я даже прыгаю. Я думаю, вы это можете видеть. Так, почему-то свет стал выше нас. Ну же. А! Опять ты, мать тебя за ногу. О боже. Что вообще здесь происходит? Я честно не понимаю эту игру. Пока что. Пока что я ее не понимаю. Я не знаю, о чем, зачем, почему, как вообще это все, что это все. Ладно, мы только что видели небо. Там мы видим воду. И все. Собственно говоря. Кто клацает мышкой? Так, ну я понял, да, пианист не может успокоиться. Оу, что с нашим ноутбуком? Пианист хорош. Так. Почему-то первые впечатления были хэдкраба. Я был как будто в кошмаре, но надо успокоиться. Ага, надо. Я чудом очнулся, но надо уходить. Чувак, ну, ну, не похоже на то, что ты очнулся от не пойми чего. Похоже на то, что ты обкурился, самый малость. Ну, извини, но вот как-то так. Ладно. Я был как будто... Нужно как можно быстрее уйти отсюда. Я был как будто... Нужно как будто быстрее уйти отсюда. Что ты... Ладно, бежим. Все нормально. Мы не обращаем внимания на такие мелочи. Что происходит? Меня тянет то в одну сторону, то в другую. Я не могу ничего делать, кроме как поворачивать лево-вправо мышкой. Но этот дом определенно плох. И мне кажется, что я не поднимусь на ту хрень. Так. Да, определенно я до нее не допрыгну. Как ни крути. Я так понимаю, мне сюда, наверное. Видимо, да. Сейчас паркур будет, да? Опа! Да, паркур прям. О нет, назад дороги нет. Нужно спрятаться. Я тут не один. Ну, может, вы мне тогда дадите... Нет, назад дороги нет. Я тут не один. Сныкались. Прям стелс-мастер. Меня клонит сон, и голова болит после удара. Да действительно, чё бы ей не болеть, топором-то по башке. Прилегли, поспали. Я слышал какой-то звук. Как будто кто-то с... Оу. Эй. Так, ноутом пользоваться нельзя. Пауки меня малость напрягают. Оу. А, что это сейчас было, когда я умер? Меня клонит сон, и голова болит после удара. Серьезно, что сейчас было, когда я умер? Я просто сейчас вот недопонял, что это за... Я слышал какой-то звук. Я еще правильно понял то, что... Луков нужно избегать. Этот маленький пучок мне как бы об этом тонко намекает.
Черёнимо! Ну, видимо, мне туда. Я спи. А? Я спи... Что? Что? Впереди спящая стая пауков. Откуда они вообще все плывут? Я спи... Впереди спящая стая пауков. Откуда они вообще все повылазили? Понятно, я, короче, их вижу, но, блин, там... Там очень... Очень сложно. Впереди спящая стая пауков. Откуда они вообще все повылазили? Ну, вы сами видите, то есть, ну, как бы, нет, я понимаю. Впереди спящая стая пауков. Откуда они вообще все повылазили? Можно же вот сюда вот, правильно, прыгнуть? Отлично. Так, на самом деле надо было посоветовать моему... Если я встречу слишком большую стаю пауков, то мне нужно не двигаться, пока они идут под моими ногами. Перепрыгивать наверняка будет бесполезно. Ага, тонкий намек. А так вот, надо было моему одному хорошему другу посоветовать. Ха. Как-то да, здесь действительно бесполезно, их самую малость... Овер до хрена. Да, вот здесь бы он испытал настоящую радость общения с пауками. Я в этом прям таки уверен. Несмотря на то, что у них даже не шевелятся лапки, это все равно выглядит непонятно и стрёмно. Их становится все больше. Такое ощущение, что дорога сама по себе идет вперед, а мы стоим на месте. Они идут назад. Пауки. Ненавижу пауков. Хотя нет, на самом деле я ненавижу паутину, а не пауков, так что пофигу. Вот. Твою мать! Здесь как-то овер до хрена пауков. Но мы типа выбрались или типа нет? Или это типа... О-хо-хо-хо, какой ты большой, падла. Я пока ничего не могу делать. Видимо, проходим боком. Мимо этой дурынды. Могу только мышкой крутить вверх-вниз. Так, мы обошли эту паучиху. И выходим отсюда к чертям. Что же капает? В общем, не дождь ли? Ага. Я нашел обходной путь. Но, на самом деле, я не нашел обходной путь. Это просто непонятная хрень. Окей. Это что-то странное. Так, быстрее, а то в воде могут быть крокодилы, хрен его знает. Точно сюда, да? Выбора-то особо нет. Мне повезло, что я нашел здесь этот плод. Пора поспать. Я очень сильно устал после всего, что произошло со мной. Простите, конечно, но... Хе тебе плод, блять! Маленький плотик. Ну спи давай. Поспать. Поспи. Я что-то слышал, надо выйти посмотреть, а потом снова лягу спать. Ну да, действительно, о, я что-то услышал. Как интересно. Ёб... Ты-то тут откуда взялся? Привет. С тобой нельзя поздороваться, да? О, вот эта моделька у него, кстати, довольно здоровая. Окей. Ждите продолжения. Спасибо, что поиграли в Крайдум. Надеюсь, вам понравилось. Собственно говоря, вот такие вот, можно сказать, две игры, потому что, ну, как-то они немножко отличаются друг от друга. Чуть-чуть, самую малость. И знаете, вот, что-то странное. Затея, в принципе, непонятная, попытка напугать тоже, вроде как и не особо пугаешься. Сюжет тоже как-то притянут местами за уши. Ну, возможно, у ребят что-то и получится. Возможно, потому что версия игры сейчас 1.1, и та, что первая, как раз является настоящей нынешней версией. И, соответственно, вот она как раз будет... нам показывать всю суть игры. Поэтому посмотрим, что у них выйдет. Надеюсь, это будет нечто интересное.
я бы тогда еще попробовал. Ладно, всем спасибо. Я думаю, на этом все. Вот. Еще можно попробовать крудом обычное. С модом кровавой воды. Жизнь. У нас бесплатная версия игры. Для дополнительных возможностей в этом бонусе у вас должна быть премиум версия. Кликните на правую часть экрана. Ага, там типа ссылка на игру. Или встаньте на мигающую подсветку для взаимодействия с ближайшими предметами. Продавать нефть и газ Китаю за рубли и юани. О расширении доли торговли в национальных валютах сегодня... Окей, но прикольно, кстати. Так. И с ближайшими... А, ну, собственно, здесь показывается то, что... Будет. Скоро. Скоро будет. Так, а вот можно как-то повзаимодействовать, да? То есть у нас колодец пуст. Интересно. А здесь что? Ну? Игра. Не тупи. Отдохнуть тут. Ну давай. Давай отдохнем тут. О, как интересно. О нет, я весь мокрый. Да ладно, Кэп, а ты думал, в бассейне ты будешь сухой. Ну ладно. Сегодня хватит, сказал он. Или что-то в этом духе. Так, у нас какие-то кустики. Я уже догадываюсь, что это за кустики. Ну, конечно. Нет, я не хочу этого делать. Игра вылетела. Игра вылетела, ребята. Ну ладно. В общем, на этом, собственно, все. Всем спасибо за ваше внимание. Всем удачи и пока-пока. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось.